Именно так. Одним движением руки гладит превосходный утюг от компании «Витес». Цена только сегодня – 1990 рублей. Галя, ты любишь гладить? Знаешь, Шуль, я обожаю гладить с некоторых пор. С тех пор, как появились такие замечательные утюги, как этот замечательный утюг «Витес» с замечательным отпариванием, легким движением руки гладящие. Ну, естественно, я сразу вспоминаю, что глажка в хороших условиях – это ритуал для успокоения нервов. Конечно, оглажка с утюгом от компании «Витес» – это двойное удовольствие. За счет чего такое удовольствие? Да за счет того, что посмотрите, какая здесь подошва. Здесь 391 дырочка, вы представляете? Что это дает? Они расположены по всей поверхности, обратите Во-первых, внимание, не только это воздушная подушка образуется вот под этой подошвой. Можно сказать, реактивный пар возникает между утюгом и тканью. Да, за счет этого отпаривание происходит еще более эффективно. Вот посмотрите. 391 дырочка. Вот такая безупречная подошва. И, конечно же, подача пара усиливается именно за счет этих замечательных дырочек. Ну и, кстати, здесь еще есть функция паровой удар, что тоже не во всех утюгах встречается. А также здесь еще есть специальная система от накипи, которая встроена внутри в нашем утюге. Это тоже очень важная деталь. Ну, давайте знакомиться с ним более подробно. Я хотела бы обратить ваше внимание, что я глажу наволочку с разными поверхностями. То есть вот здесь был сначала у меня сатин, который требует более горячего утюга. А с другой стороны у меня шелк, и он гладит абсолютно все одинаково хорошо. То есть вот у меня шелк легко скользит, а здесь у меня, видите, шелковистая поверхность, шелковая нитка. Он здорово скользит, мгновенно гладит. Кстати, шелк тоже очень сложно гладится, хочу сказать, обычными утюгами. Да, Галечка, я тебе сейчас покажу, один сюрприз тебе устрою. Смотрите, где там у нас полотенце? Вот оно, кухонное полотенце, вы посмотрите. Вот оно, я его помну вот так вот обильно. И сейчас я вам покажу один сюрприз. Вам не нужно проглаживать все полотенце. Вам достаточно сложить его в 4 раза, а затем просто нажать на отпаривание, прогладить только с одной стороны и посмотрите. Это полотенце будет проглажено абсолютно со всех сторон. Абсолютно проглаженное полотенце получилось у нас мгновенно. Теперь глажка будет доставлять вам двойное удовольствие. И считанные минуты, потому что это же можно продерживать не только с наволочками, это можно с полотенцами, но и с наволочками, и с пододеяльниками, и с простынями. А у меня такая деликатная поверхность, можно сказать, очень-очень тонкий шелк с моим изумительным кошачьим рисунком, который я глажу совершенно спокойно. Ничего но надо прилипает, сказать, скользит. Что если какие-то особо деликатные ткани, то здесь очень легко, прямо вот видите, я держу рукой за утюг, а колесико крутится легко. Хотите? Низко, да, вот я вам сейчас покажу вот это колесико. Смотрите, хлопок, шерсть, шелк, лен, нейлон. Вы посмотрите, ну, устанавливаете нужную вам температуру. Ткани. Да, абсолютно все виды ткани здесь присутствуют. И еще здесь есть вот такие две кнопочки. Да, паровое, пар, подача пара и подача воды. Вы посмотрите, еще здесь есть вот такой рычажок, что он делает. Здесь вы можете от минимума до максимума отрегулировать подачу пара, а также функция самоочистки. Внимание, такая функция очень важна для утюга. Он у вас не будет ломаться. Дорогие наши телезрители. Он не будет пачкаться. Вы еще раздумываете, приобретать этот утюг или нет? Да не нужно раздумывать, нужно просто прям сразу звонить по телефонам, которые вы видите на своих экранах, и заказывать великолепный утюг. Цена только сегодня 1990 рублей. Ну а мы продолжим. Давай, Галя, продемонстрируем еще и вертикальное отпаривание. Давай, потому что это очень важная функция, она есть далеко не у всех утюгов, а здесь мощность отпаривания 170 ватт. Вот хлопчатобумажная ткань, футболочка вот такая замечательная. Давайте еще помнем для убедительности. Так, вот посмотрите, какая она мятая. Но мгновение, посмотрите, и все абсолютно не мятое. Можно еще раз для убедительности. Посмотрите, абсолютно глаженная поверхность, отглаженная поверхность. То есть таким образом мы можем гладить и занавески, и пальто, и лацканы у пиджаков, и абсолютно все сложные поверхности отгладить. Да, ты обратил внимание, я просто хотела показать действительно эффективность этого утюга. За счет этого установила самый максимальный режим подачи пара. Mm-hmm. За счет этого образовались небольшие капельки, которые высохнут, и потом все исчезнет. И самое главное, что футболка, посмотри, какая отглаженная. Но это еще не все. Самая главная функция, из-за которой
мы вас поражать будем, продолжать вновь и вновь. Посмотрите, наши фартуки белые, белоснежные. А, между прочим, у вас сейчас наверняка бывает такая вот проблема, как у меня. Оставили и забыли, ушли. Ну, отвлеклись на детей, что-то пригорело, что-то убежало, звонить. Да не трогай, не трогай. Мы сейчас демонстрируем нашим телезрителям, что можно действительно оставить и уйти. Посмотрите, пока что лампочка горит, а мы отвлеклись своими делами, оставили утюг. Вы возьмете уже за голову и скажете, что вы делаете, у вас сейчас горит фартук. Не переживайте. Вот, она уже выключилась, лампочка, видите, 8 секунд, и утюг выключается сам. И это особая функция утюга «Витес». Дорогие телезрители, смотрите, оп! Ничего не случилось, ведь он автоматически отключается через 8 секунд. А через 30 секунд он отключается в вертикальном положении. То есть вы можете, не выключив утюг, спокойно уйти из дома. И не надо возвращаться с середины дороги, проверяя, выключили вы утюг или нет. Наверняка каждый из вас, уважаемые зрители, хоть раз в жизни забывал выключить свой утюг. Конечно, дорогие телезрители, я думаю, мы вас убедили. Действительно, великолепный утюг справляется со всеми видами ткани. Это раз. У него на его поверхности 391 дырочка, что увеличивает подачу пара в многократно. Мощность 2800 ватт. Функция самоочистки, разбрызгивание. Ну а также, дорогие телезрители, цена. Цена только сегодня. 1990 рублей. Поэтому звоните прямо сейчас. А также заходите на наш сайт shopandshow.ru. И там вы найдете еще больше полезных, интересных товаров. Ну и, кстати, Новый год не за горами. И такой прекрасный подарок, как этот утюг, вы вполне можете подарить как себе, так и всем своим друзьям и близким. Оставайтесь с телеканалом Shop and Show.